Проект туристического характера, то есть это индивидуальные прогулки, групповые прогулки по Авачинскому заливу с развлечениями, так скажем, с новыми туристическими маршрутами, пытаемся поднять какие-то, разработать новые турмаршруты для наиболее комфортного места проведения здесь на борту. И сап-борды первое мы хотим, потому что заходим часто в бухту Тихую. Там спокойно, есть гроты, спокойно туристы могут высаживаться на сапы и ходить по этим гротам, это раз. Второе, мы хотим, естественно, гидрокостюмы, акваланги, они у нас есть, конечно, но мы хотим обновить. Есть инвентарь, который есть, чтобы это было приличного вида все. Подвесной мотор хотим для лодки обновить. Ну и самое большое, наверное, это... Поедем во Владивосток искать, так скажем, новые двигателя, новые рулевые колонки и навигация. Это самое основное, что мы хотим приобрести. Ну, в принципе, вот. Да если что-то еще останется, конечно, докупим там катушки, удочки, ну, так вот по мелочам.